Для участников экскурсии организовали настоящий мастер-класс. Ребята узнали, как правильно раскатывать тесто, разместить его в печи, как подготовить начинку и самый вкусный соус для пиццы. Нюансов действительно много. И молодые активисты социально-реабилитационного отделения ЦСО задумались над возможностью уже в ближайшем будущем трудоустроиться в пиццерию или другое предприятие быстрого питания, освоить профессию кулинарного профиля и радовать горожан вкусной и полезной пищей. Экскурсия получилась насыщенной и очень интересной. И, конечно, ее яркой и запоминающейся частью стала дегустация вкусной пиццы собственного приготовления.